Элитный коньяк за 650 рублей, и это не дьюти-фри. Владелец торговой точки на улице Мира продавал дорогой алкоголь по легкодоступным ценам. Аттракцион невиданной щедрости заинтересовал городских полицейских. Оказалось, что в красивых бутылках из-под благородного напитка продавался обычный коньячный спирт. Коньяк, вино, водка и все в ночное время. На эту торговую точку, небольшой ларек на улице Мира, жители окрестных домов жалуются не впервые. Полицейские проверили сообщения граждан и совершили контрольную закупку. Им без препятствий продали две банки пива. При дальнейшей проверке выяснилось, что продают в ларьке и крепкую алкогольную продукцию. И это несмотря на то, что разрешения на подобную деятельность у владельца нет. В связи с этим полицейским пришлось изъять из оборота 40-градусную жидкость. Ко всему прочему, крепкое, горячительное, несмотря на узнаваемые этикетки, по всем признакам было похоже на контрафакт. Изъятая продукция приобщена к материалам административного производства. В отношении предпринимателя осуществляется административное расследование по части 1 статьи 14.10 за незаконное использование чужого товарного знака. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Также в отношении указанного субъекта предпринимательской деятельности осуществляется административное производство по части 2 статьи 14.16 за нарушение правил торговли спиртосодержащей продукцией.